Как сообщает Сланцевская госавтоинспекция, с 1 по 10 марта на территории города и района было зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия. Утром 6 марта водитель автомобиля Mitsubishi, двигаясь с превышением скорости и не справившись с управлением, на 21-м километре автодороги Сланцы-Загривье съехала в кювет, где впоследствии машина перевернулась. В результате этой аварии водитель получила травмы. Причиной этого ДТП также стало превышение скорости. Утром 7 марта на улице Кирова водитель «Газели», не выбрав безопасную скорость движения и не справившись с управлением, врезался в дорожное ограждение и снес его. А эта авария произошла днем 9 марта на улице Ленина. Не соблюдая безопасный боковой интервал, водитель «Шкоды» поцарапал припаркованный «Сузуки». В последних двух ДТП, кроме автомобилей, никто не пострадал.